здесь я уже, конечно, не удержался. Эх, проехал немножко там. Сейчас мы въезжаем в туман, и сверху было такое прям озеро, блин, лежащее. Озеро из облаков, лежащее в долине. Все, мы сейчас ехали в туман. Вот, свернул с хайвея, въехал в небольшой городок. Через него сейчас тут проедем, блин, поселок городского типа. И вверх, вверх, вверх туда, в горы. Просто сегодня такие виды. Ой, ну просто обалдеть. Обалдеть, товарищи. Я просто влюблен в зиму. Как такое можно не любить? Пипецушки, как красиво, а? Как в пустыню смотришь. Макушки гору или в океан. Вообще. Вид эпический. Для тех, кто не знает, как быстро погода может поменяться в горах. Вот демонстрация. Пауза. Ну вот, минуткой позже. Пауза. Ой, какая красота. Еще секунд 15 спустя. Ну и еще 15 секунд спустя. И все, ребята. Снова на солнышке. Ну а если теперь вниз глянуть. Озеро Надежды. Туманище. Господин Туманище пожаловал. Так, и последний раз спустя 30 секунд будет. Ну что, спустя еще полторы минутки. Вот такая погода. Ведь не погода меняется, это состояние меняется, такой ветер. Вот, посмотрите.
сейчас вон то ведро перевернулось, прикинь, вот то. О, она такая огромная. Здорово, там такой сплаш был вообще. Жарко, блин.